С новой газовой котельной встретит Новый год муниципальный санаторий «Ясные зори». Проект реализован быстро и качественно. Теперь система подачи тепла здесь стала и надежней, и экономичней, рассказывает Ирина Ануфриева. По-настоящему новогодний подарок сегодня получил муниципальный санаторий «Ясные зори». Новая современная газовая котельная была построена в кратчайшие сроки, всего лишь за 2 месяца. В октябре месяце Виктор Владимирович нам поставил задачу все-таки построить новый источник на газе, который более экономичный, он более технологичен с точки зрения автоматизации. Строить котельные именно в такие сроки ярославским энергетикам еще не приходилось. Задачу поставил город. Муниципальный санаторий «Ясные зори» существует с 1999 года. Принято уже более 50 тысяч отдыхающих, большинство из которых ярославцы, работающие в бюджетных организациях. Врачи, учителя, работники культуры. Именно для них город в свое время создавал уголок отдыха по доступным ценам. Но в этом современном механизме был один изъян. Старая котельная, работающая на мазуте. Отсюда вытекали сложности, дороговизна и качество подаваемого тепла. Новая котельная обошлась городскому бюджету в 12 миллионов рублей. Проект современный. Управлять всеми процессами регулировки тепла будет диспетчер, находящийся на расстоянии от котельной. Было определено очень быстрое решение. Вот Борис Анатольевич сделал прикидку по документации. И спасибо ему. Значит, депутаты поддержали, надо отдать должное, и те 12 миллионов выделили. Это не те 36, которые планировались, значит, по ранее разработанной документации департаментом организации строительства. Поэтому вот и экономия налицо, и техника, технология движения. За 2 с небольшим месяца все сделано. Поэтому приятно встречать, по крайней мере, на этой площадке, да и в целом Новый год, потому что 11-й год уходящий, вот здесь это... Стабильность – это движение вперед. Низкий поклон вам от 50 почти тысяч ярославцев, которые здесь уже вот за 13 почти лет прошли, вот такой вот, в общем-то, подарок получают. Это единственный санаторий муниципальный остался до сих пор в России, матушки, вряд ли будет, наверное, еще когда-то такой создан. Ну, а это действительно пример высочайшего профессионализма. В следующем году аналогичные котельные будут строиться еще для 3 ярославских школ. Это следующий этап городской программы энергосбережения. Ну а пока новогоднему подарку в тепле радуется коллектив «Ясных зорь». Правда, с оговоркой, хорошо бы к новой котельной еще и новый бассейн. Но это, как говорится, история уже следующего года. Ирина Ануфриева, Михаил Орлов, городской телеканал.